какая погода нас встречает в Туапсе. Мы с собой везем зиму. Едем на юг и везем с собой зиму. Горы, снег, горно-извилистый серпантин. Мы доехали до моря. Мы у побережья Черного моря. Вот оно. Встречает она у нас сурово, суровой погодой. Ну как-то мы доехали до моря, и снег закончился. Море. У Черного моря. Горы. Побережье Черного моря. Как я давно здесь не была. Снег закончился, начался серпантин. Это такая дорога, извилистая, узкая, в горах, высоко в горах. И нас застигает снежный циклон, который не хочет от нас отстать. Водителя, чтобы то влево, то вправо повернуть руль. Не так сказать много машин. Пока едем дорогу, наблюдаем вид из окна. Это уже и зеленая травка. Градусов и пихтовые деревья и плющи, которые обвивают кустарники всевозможные. Красиво наблюдать. Должна быть невысокая, до 70 км в час, до 50. Обгон запрещен. Вот такой тоннель под Сочи. Из одного тоннеля в другой езжаем. Сочи. Мы идем вдоль реки. Пока погода не настая. Строят дома. Для желающих приехать со всей России, поселиться в Сочи. Крики чаек.
это стихия, это сила, это мощь воды, энергетика. Сейчас пустынный пляж, только чайки летают, только волны бьются на берег. Вы, наверное, никогда не видели, как цветет пальма. Так вот так цветет пальма. Это ее цветы. Какие-то диковинные цветочки уже распустились и цветут. Таких я еще не видела. А это южные цветочки. А вот это, дорогие мои, сакура. Сакура расцвела. Весна в полном разгаре.